Меня зовут Милана, мне 10 лет. Я верю в мистику. Мы с моим коллективом танцевальным поехали в другой город на выступление. Гостиница была такая жуткая, чуть-чуть мне показалось. Мы спускались с верхнего этажа, и там был очень узкий пароход. Мы шли рядком. И вдруг моя подруга, которая шла впереди меня, увидела тень на стене, которая шла ниоткуда. Мы все так заорали, не вытянутая, когда запоздалая тень, а прям ровная стояла. Все орут, мы бежим по комнатам. Это было так страшно. Призрак какой-то, наверное. Ну, не знаю. Я плакса. Ну, если меня обидели или не так поняли и сказали, что я не права, я начинаю плакать. Если нужно, я сама себя защищу. Мы с братом деремся, потому что он достал меня уже. Он телефон все время просит, смотрит дурацкие видео в нем. Я его воспитываю, а родителей нет. Я хожу в школу Native English. Там я занимаюсь английским, актерским и вокалом. Сейчас мы будем снимать на актерском нашем кино. Я уже снималась в кино «Одесса». Его показывали на кинотавре в городе Сочи. Там было очень прикольно, там были мои друзья, вместе с ними снимались. Я была в массовке, правда, но это только начало, я надеюсь. Мне ближе всего вокал. Я пишу песни уже. Одна у меня в процессе, называется «Алла Сова». И первую песню я уже написала, ее название «Геннадий». Моя семья относится с поддержкой, поддерживает меня, возит меня на конкурсы, помогает во всем. Папа купил мне пианино, мама микрофон. Перед выступлением у меня всегда волнение, страх чуть-чуть. Но когда я выхожу на сцену, оно все пропадает. Музыка — это все для меня. Это не объяснить словами. Она вот как началась, и ты как будто проживаешь с ней всю эту историю. Мне хорошо, я кайфую.